сегодня мы пришли в большой магазин игрушек для того, чтобы ты купила сестренку для своей куклы, да, Эмили. Вот она. Дам тебе 2000 рублей. Так, крутая поняшка за 1000. И еще крутые поняшки. А где еще поняшки? Вот. Еще одна есть. Принцесса башни Рапунцель. Ну, прикольно. Это внизу, а это наверху. Внизу Рапунцель, вверху лягушка. Не, лягушка. А, принц. Не. Хамелеон, я вспомнил. Да. 2149. Чуть-чуть не хватает нам. Да. Дома. Многие игры у нас уже есть с тобой, да? Да. Можно это? Это машина с краном. 4900. Мы ее не сможем купить. У тебя всего 2000. Где твоя денежка? Вот она. Ага. Самолет с собакой-спасателем. Ух ты, это воздушный патруль. Он, наверное, самостоятельно летает на этом самолете, да? Да, он робот. 4300. Нам не хватает, у нас всего 2000. Ну, круто, круто. А это кошка. Кошка Дейзи. А это говорящая собака. Кто это сделал? Кто это сделал? Он говорит, не я. Как он классно воет. Обними меня. Так у него цена какая? 4200. Не хватает. Эй, ты! Посмотри на меня! Я смотрю на тебя! Ты думаешь, он с тобой разговаривает? Да. Со мной. Ты потрясающий. Да, я потрясающий. А маленькие животные? Да, домика. Маленькие животные в домиках. Это яйцо Хэтчимал. Огромное. Только, только цена у него тоже огромная. Так, вон там впереди куклы какие-то. Давай посмотрим. Как же зовут эту куклу? А, это Катя и Мимим. Да. А значит это? И это непонятно кто вообще. Доктор Плюшева. Так-то мы... А сейчас есть Эми. Ой, нет. Там овечка есть. И доктор Плюшева. А ее как зовут? Доктор Плюшева. Шарлотта земляничка. Я могу достать. А потому что там не на что нажимать. Ее просто можно потрогать. И вот еще такие же шарлотки, землянички, клубнички. Ой. А это крутой слоник. Развивается по ветру. Фотоаппарат нарисован. А что еще? Нажми на кнопочку. А, можно менять картинки. Это для самых маленьких, которые не умеют говорить. Таким образом дети учатся говорить. Холодильник. Холодильник, да, говорит? А цена здесь 2500. А у тебя только 2. Так, девушка, а где у вас куколки? Посмотри, вон сюда. Куклы, куклы. Ого, целый стеллаж с куклами. Покажи. Вижу куклу. Куклу. С мороженым. Можно я посмотрю? Да. Вот певочица. Ага. Так. Это что у нее? Это мороженое. Да. Там мороженое убирается. Ага, все, я понял. И появляется. Да. Круто. Глаза большие. Кукла красивая. А здесь принцесса. Ух ты! Какая красивая. И музыка там играет. Это Frozen. Холодное сердце. Это Анна или Эльза? Кто это? Эльза. Это Эльза. Точно, потому что платье. Так. Нет, Анна. Нет, Эльза. 5199. Русалка. Так, давай достанем, посмотрим. Русалка, игровой набор. А, это сама русалка, это не игровой набор. Это принцесса Диснея. Это слушай, Дисней. Ну тоже дорогой. А это
Это набор принцесс. Все принцессы... Вот он, Динь-Динь! А-а-а, Динь-Динь из мультика «Феи». Вот это «Феи». Да, помню. Динь-Динь крутая здесь. Ой, еще... Это незабудка. Где незабудка? Нет, это... Фея воды. Где фея воды? Вот покажи. Она. Это незабудка. А, вижу, в синем фея воды. Точно. Ой, даже Леди Баг есть, смотри. О, Леди Баг. Леди Баг. И Суперкот. И Суперкот. И Леди Баг, и Суперкот. Слушай, и стоят почти столько, сколько у нас есть. Чуть-чуть дороже. Слушай, ну круто. Пупсики уже есть, это совсем малыши. У тебя в руках тоже пупсик, посмотри. А мы выбираем старшую сестренку для Эмили. И тем более они дорогие. Вот видишь, сколько они стоят? 2500. Только у нас. У нас хватит на Леди Баг, если я немножко добавлю. И мы спросим у девушки, у продавца. Девушка, а сколько стоит эта кукла? Неужели 4900 рублей? У нас по акции 1999. Вам хватает. Нам хватает на эту куклу. Круто. Спасибо. Пожалуйста. Слушай, тогда мы что с тобой сделаем? Давай сделаем выбор. Да. Тебе понравился Леди Баг, либо Baby Alive. Какой тебе нравится больше? Это. Вот такой, или вот такой, или вот такой набор. Ну что, какой будем выбирать? Один из них выберем. Этот. Поставим Леди Баг на место. Так, посмотри сюда. Что мы успели заметить? Что у нее есть мороженое. Ложка с мороженым есть. Да. У нее есть расческа. А расческа зачем мороженое расчесывать? Нет, волосики. Волосики расчесывать. А это что? Чтобы кушать. Да, это такой передничек, фартучек, чтобы покушать мороженое. Да, чтобы не испачкаться. Ну, конечно. Я бегу на кассу. Так, подожди. А где у нас касса? Уронили. Куда подойти? Ну что, ты довольна? Да, довольна. Давай денежку? Да. Спасибо. Пожалуйста. Сейчас получишь чек и заберешь свою куклу. Да. Ты рада? Ну да, я рада. Пожалуйста. Хорошего дня. Приходите к нам еще. Ангела? Я буду еще приходить. Ты еще будешь приходить за игрушками? Ну здорово. Ну что, пойдем? Пока-пока всем. Пока-пока. Пойдем. Мы с Ангелочком сегодня ходили в магазин. Да. И у нас было задание купить игрушку, куклу, сестричку для Эмили. Да. На 2000 рублей. Да. Мы видели целую кучу разных кукол. Да. Да. Выбирали между Леди Баг и Baby Alive. Да. И выбрали куклу с большими глазами и мороженым. Давай скорее ее откроем и покажем зрителям. Я освободил куклу! И она круто вылетела из упаковки. Меня бросили ради мороженого. Давай помогу. О, доставай мороженое. Так, присыпка, помадка, ложка. Мороженое нам понравилось больше всего. Давай рассмотрим куклу быстренько. Красавица, блондинка с огромными глазами, двигающимися руками, ногами, не двигающимися ушами. Да. Она может стоять, сидеть и ничего не делать. И самое главное, что у нее есть мороженое, которое надо посыпать. Я союза. Да. А теперь накорми ее мороженым. Так. Что? Ням-ням-ням-ням-ням. За маму. За папу. А можно и набирать вот так. Нас. Ням-ням-ням. За маму. А чтобы она не испачкалась, надо одеть вот эту штуковину. Ну-ка, а давай тебе примерим эту штуковину. Так, не пойдет, маленькая. Да. А вот сюда. А вот сюда. Нет, я слишком большая. Ну, конечно, ты слишком большая. А вот куколка маленькая. А, чтобы не испачкалась. Ну, теперь можно покормить ее по-настоящему. Хорошо? Да. Я сам.
Смотрите, вот что можно сделать. Можно нажать. Раз. Ням-ням-ням. Съела. А потом можно ложкой нажать. Так, покажи, ангел. Оп! Здорово! Вот это фокус. За маму. За папу. Ей трудно немножко нажимать, но она справится. Опа! Круто! За папу. Обалденная игрушка. За маму, за папу, за котика. За котика, ням. Отлично, за Бусю. Это наша собака, Буся. За Бусю, ням. Накормили. Так, может быть, ей хватит есть мороженое. Она сейчас объестся его и может заболеть. Да. А мороженое можно сделать вот таким вкусным. Можно посыпать его присыпкой. Мы забыли Эмили. Эмили, знакомься, это твоя сестричка. По имени Бэби. Просто Бэби. Можно Бэби Лайф. Привет. Привет, привет. Ой, я уронила подшлемник. Ой, это я уронила слюнявчик. Будем дрожить? Да. Давай ручками подрожим. Ля-ля-ля, теперь у тебя есть старшая сестричка. Это круто. Чёсочка. А, расчёсочка. Так, а где волосики? Я вижу, вот. Ты видишь волосики, а я нет. Вот волосики, смотри. Можно расчесывать волосики. Ай, как круто! Они в самом деле расчесываются. Все, мы поиграли. Теперь мы можем сказать всем пока-пока. Все пока, ставьте лайки. И подпишитесь на мой канал. Ангела! Всем пока! Пока-пока! Опять! Опа! Пока-пока! Пока-пока!